Alu go look low. Hits the diffuser. Fallen gets back. That is incredible. Absolutely brilliant play from Fallen. Отворачивается при этом от флешки, стоит так специально полубоком. Но никаких гранат не летит на дугу, выход все-таки на мидл. Через ребра, через короткие пошла атака от стила при этом. Но пока что тут один, Никос Гейминг, возможно, возьмет этот раунд. Хотя Кулзира на пленте, это очень крутая позиция. Но густо его обходит, однако Колдзир должен сейчас работать. Но зачем же ты включаешь глок? Это информация, наверное. Ну, сказали красный, но там не совсем уж красный Кулзира, да. Болт тут пал, и только Кулзира за всех отработал, посмотри. Пытался выйти, но тут же был наказан. Размен, тут еще и Кулзира забирает кусту, стил не пропускает болта. Ситуация 3 в 3, но при этом бомба выходит на точку Б. Стил, какие хедшоты, тут неплохо работает против Фоллина. Пока что команда Ghost в большинстве. Да, и почему-то решили полезть игроки команды SK Gaming, вместо того, чтобы играть более сейвово. Бомба ставится, и стил под флешку разваливает стил туке. И вот он раунд. Одна надежда на Илиджа, но он, в свою очередь, может быть, подставится и умрет от Ника, и тогда будут проблемы. Команда Liquid уже вплотную подошла к СКБ. Вышел Керриган, проверил и моментально падает. Выходят у нас американцы, проверяют экзак, Роман падает. В этот момент на пленте проверяется ближний ящик минус Рейн. И все-таки засада на Б-пленте не получает. С самого начала, ну и по идее решили пойти довольно быстро на плента. Прилетает смог. Нитро вместе с компанией. Заходит Винстройбл, Рейн себя пропускает, но Ника был к этому готов. Как же хорош у нас один из Ника. Трипл килл, Така и Твист 2 в 5. Оу, Ника еще подрывает места, пошибает его. Господи, как же это было больно. Так, там окно нужно держать, чела. Летает под флешку. Изиан к этому готов. По 250. Девайсы, вот, вот он этот скаут. Изиан, браво, забирает бита. Изиан еще один минус. Если бы не этот парень, Бэпленд был бы легкой добычей для игроков атаки. Но не тут-то было. Кинг падает. И все-таки команда неплохой для себя смачок тут откинул. Но при этом вся команда Space Soldier быстро под флешки заходит. Слепые, но при этом террористы разваливают Кромина, погибает Келлиган, и Рейн тоже падает на сене. Сунжайн погибает Келликс, Ника пытается фазумить, играет за средним ящиком, сейчас очень важно делать свои минусы, но Ника не справился. Один против двоих, и по нему и стопроцентная достоверность. Не делает, и он дарит шанс Гардиану, который все-таки погибает. И лишь врывается своим тиммейтами апартамента. Здесь Роб сможет принять четверых. Первый пошел, второй, третий, и надо добивать четвертого. На, в лицо, хорошо. И Раф остался один, и теперь ему будет крайне грустно, потому что вся его команда полегла только что в противостоянии против Паркевича, который на перезаряд. И сушечка. И сушечка. Да, это и сушечка. Но опять же занимается апартаментами. Ликвиды выходят, убивает одного, убивает второго. Без шансов, без вариантов. Крис Джей на крупе вышел, делает 2 килла в ответ. Но его зонируют смоком, или что это? Нет, это флешка. Крис Джей ушел сюда же. Сани уже на хелпе на коннекторе встречает. Какое хедшотище! Боже мой, что творит голландец? Он просто раскрыл свои алые паруса. Да что ты творишь? О, мой бог. Это слишком. Крис Де Йонг. Ну, есть, давай. Ну, такой раунд нужно закрывать. Да, да, да. Да, да, браво, браво, браво. Крис Джей просто. Что за опасная игра на миде? Там, кстати, флешка полетела неплохая. Хотя, опять же таки, Некс текущий убирает нитро. Твист на разбение. Врыв от Гоупови под карниз. И ни с чем уходит капитан команды, уже следующая половина. Твист, ой, там Тизер врывается, как-то на 2 минуса у него получается раскрутиться. 2 в 2 ситуация, Тизер не смуя. На малые пески, и лишь в итоге там и остался, кстати, на 15. И у него очень крутая позиция, чтобы закрывать центр. Тизер стоит у нас эмкой. Бомба стоит. Шансов крайне мало. Смуя падает, подтягивается Тизен, конечно же, выходит на ребра. Короткий, пытается проверить тюрьму, но тут тайминговый выход от Элиджа. Болтса, и... Болт заметил одного из соперников, откидывает хорошую хаешку, которая сейчас очень много дэмэджа нанесет. В итоге Болт КП у всех, Болт, будет ли эйс? Это квадрокилл, и это эйс, наконец-то. Откинули флешку, и Nothing ее прекрасно слышал. Nothing играет на просвете, заметил, что тень выживает Фоллен, но недолго. Отличная игра от Nothing, какой царский спрей, квадрокилл. Рейн падает, решили все-таки пойти через улицу. И смотрим, как же ликвидер отыграет. Да. Очередной раз просто отстреливает уже на улице противника, это было лишь. Пытается там пройти дальше, еще один, это нитро. На Америке Тако все еще находится на нуле, и тут еще будет, наверное, выход на Кромана, но лежит смог. Развеется вскоре, кто кого здесь на радаре увидит первым. Уже интересно, Тако пытается дальше пройти. Кроман пушит, но в итоге еще Гардиан забирает виста, трипл килл от Владислава Ковача. На улице остается Наф, не остается вообще.
это правильно сыграете, тогда может быть что-то получится, но пока это выглядит не таким образом. Ника, no scope, это просто разрыв лица для Криса Де Йонга, Наффинга и Сани. И Наффинг сейчас спрашивает силу. И раунды, и деньги, и Робс выходит первым, получает больше вместе со Стика. Роман, заход на шорт, Наффинг падает. Диджей остается один. Погибать хэдшот, кстати, повесил. Сани, и он оставляет Криса Де Йонга одним, вообще, в единственном числе на... Есть 5 секунд, да, нормально все будет. Да, но тут вместе должны просто играть ребята с команды Bounce Boss. Попытка выхода от Нику слишком агрессивна. Диджей читает такого. Ну вот он выход. На дефолте пока что остается Крис Де Йонг. Забирает еще одного соперника. Один на один ситуация. Капитан против капитана Керриган. Пытается выйти на него слишком агрессивно. Крис! О, за себя и за Bounce Sports просто этот парень отрабатывает от начала до конца. Эту позицию раскидка неплохая, но Ника-то уже будет на рампе. Ему ни по чем эти флешки. Вот еще одна летит, там, кстати, слепые. Два игрока атаки, пытается дальше пройти Нико. Какой промах. Оу, залетает против Наппинга, это было очень красиво. С этого раунда Нико должен его здесь порешать, ребятся. Рейн Кроман, Сашка полетела. И какие выстрелы с АВП от Нико. Криса тоже зафиксирован. Оу, Зик. Кромана забирает, но в итоге не уходит от Рейна, выходящего через нижнюю Т-шку. Сейчас перекроет часть шарта. Нет, нет, он перекроет. Это спаунд, что-то светленькое. Наффинг. До свидания, Наффинг. Его просто забрали в три глока. Зик тоже падает. И пистолетный раунд отправляется в копилку фейзов, потому что Сани тут потери для Керригана. Но все равно очень сложно будет действовать на ретейке. Давай, посмотри решение. Всем втроем будете просто в Зик. Кушать Зик! Да. После установки бомбы. Да, тут... Ну, здесь дергают его просто один за другим. Бойцы команды Фейс. И вот он выпад от Рейна. И эйс от Хаварда Найгарда в пистолетном раунде 8-8. Убивать людей, да хватит уже. Остановить его кто-нибудь. 13 секунд. Убивает Ника. Он идет добивать это все дело до эйса. Крис Джей сейчас может закрыть этот раунд самостоятельно. Но нет, он погибает. Забыл прыгнуть боковые. И это факдап от Рейна. Просто уничтожение. He's just barely done it as he... Oh my god, it's so close! FaZe get away with it! Oh my god! No bullets, and somehow they get away! And top-tier results from them, but regardless of that fact, Heroic, a young... hungry team, obviously not again kind of the Heroic that we first will have a lot of success with Yugi on the team. You see the eco sprayed up. Will they actually get another kill here? No. So that's only two kills still. Have to be flawless as NIP decides to rush into the bomb site and make it a good position. They line up. Oh my god! That is just so fortunate for Electronic, and he's going to finish it off with class and style. I mean, he did go full auto for 30 bullets. Like, you don't expect to get any frags there. I don't know if it's really necessary to just run and try to take the longest range possible against AK. I want to just jet the flag out there. He's got the plants as well, 14 seconds. Azio going for the default plant. Solo still on banana. So he's got a 1v1 versus Zeph. So they're firing a bullet, but not really committing. Picking up the AWP now after firing an AK shot. And that might catch MVP off guard. We've got the jiggle peeking going on. And indeed, it looks like he knows that Solo will come to the other side. He goes for the wide peek, and that is a robbery. Seen something, but Flashbang is soon coming in. Barley with an off angle. They will avoid it, and this should be a relatively simple lineup. He has a great angle. And now he just needs to find the man who threw the grenade. Patience, oh, perfect. Happy. Wait, was that from Simple over from the top? Ivy. Oh, okay, from Ivy. Okay, that's good. Simple now on the clutch mission. 1v3, there's the first one. Look, oh, turn around, did a 180. Surely now. Yes, there it is. Oh, hello. And off he goes. He knows it. This might work out well for him. Forrest has picked up an AK though. Both strong aimers. And Simple, will he expect this Ivy position? Pop dog position, rather. First shot, and that is a wrap. 11. Electronic with the next, and now just two players left. One left, it's Bihali. Oh man, 1v4 here, and Na'Vi are going to be able to take him down. They win the championship 16-6. What a victory, and I mean, this was so dominant from them. Unbelievable win. Unbelievable indeed, and being able to brush off that start on Dust 2 and come back. Goes
去，那位战队取得了本次2018。